Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Фибоначчи. В этом небольшом видео я хотел бы рассказать инструкцию для таких чайников, как я, как поставить игру Across the Obelisk на русский язык. Как вы знаете, официального перевода нету, русской локализации нету, но ребята постарались, сделали перевод. И он вроде как работает, и причем достаточно так хорошо работает, хоть где-то там и можно найти, что типа на форумах, что буквы пропускает, это значит там уже как-то не так поставили. В общем, у меня с 50-го раза получилось поставить, и я хочу рассказать, собственно, как это сделать. Итак, собственно, вот она инструкция, которую я нашел в интернете, просто набрав русский язык, и тут в Steam, в сообществе есть что-то типа инструкции, но мне пришлось полазить и по другим разным форумам, посмотреть где, что, как, потому что написано, ну, реально непонятно, и тут люди даже задают вопрос, то есть можно подробно гайд, и было такое, можешь сделать полноценный гайд в видеоформате, в общем, не все понимают, и я сам... Я же говорю, с 50-го раза понял, как оно все вот это работает. Я буду объяснять на примере пиратской версии. На стимовскую версию у меня не получилось поставить. Она ругается и не получилось. Скачал пиратку, скачал с сайта thelastgame.ru. Даже вбить, если я Across the Obelisk русский язык, вот он выдает вам тут на 6-й позиции. Вот с этого сайта просто скачиваете торрент. И важно поставить в папку, чтобы там не было латиницы. То есть у меня находится он в папке Games Across the Obelisk. Итак, в общем, что надо? Так как здесь и указаны ссылки. Я, кстати, ссылку вот на этот сайт, вот на вот эту инструкцию оставлю в описании. Скачиваем подряд все вот эти три. Ладно, давайте покажу. Переходим мы по ссылке. Тут описание тоже очень много всего установить и с помощью менеджера модов. Вот я себе его поставил. В общем, нахрен он не нужен, я в нем так и не разобрался, потому что тут надо указывать где-то пути. Все это на английском, опять же, непонятно. И это больше, наверное, для стимовской версии подойдет, чем для пиратки, поэтому мы нахер его закрываем. Не нужен нам вообще этот мод. Загрузка вручную. Загружаете, нажали, архив ушел. Дальше переходим. Вторая ссылочка. More Translations. Скачиваем мы вот этот вот архив. Также на него нажимаем. Архив ушел. И последняя ссылочка. Вот это. Загрузка руководства. Нажимаем. Архив ушел к нам в загрузку. Сейчас я это все на рабочий стол перекину. Итак, что же я делал дальше? Вам понадобится корневая папка игры. У меня это локальный диск D, Games, и вот сама папка. Все, тут пока больше не лазите. Открываем первый скачанный файл. Это у нас вот этот. Там, если прочитать руководство, там тоже непонятно по поводу него написано. Здесь нам... Вот эти вот они нахер не нужны. Вам понадобится только вот этот вот сама папочка. Ее мы открываем. И все вот это барахло копируем с заменой файлов сюда. Я это повторно делать не буду, чтобы не ломать то, что у меня есть. Ну, давайте, ладно, сделаю, какая разница. Вставить, заменить все файлы назначения. Вот они сюда улетели. Все, закрываем. Он нам больше не нужен, можете его удалить. Удаляем его. Дальше, второй у нас был вот этот, который мы тогда качали, More Translation. С ним я вот честно без понятия, что делать. Я его... Я так и не понял, там что написано. В общем, я выкинул все на рабочий стол. Просто нажал правой кнопкой и тут установить. Установить шрифт. Один шрифт установился. Он, говорит, уже установлен. Закрыть. Остановить. Вы хотите заменить? Нет. Остановить, все, не надо, не надо. И также вот этот
Я также нажал установить. Все, он у меня быстренько установился. Пока я с ними больше ничего не делаю, вот здесь они у меня на рабочем столе. Дальше написано, что вам надо вот эти вот файлы, мы их сейчас также выкинем на рабочий стол. Предыдущие удалил, пока они нам не нужны, и выкидываем вот их на рабочий стол. Все, так как они были. Закрываем этот архив, он нам нафиг теперь не нужен. Теперь у вас вот здесь есть папка BelfX, которая называется. То есть, по-моему, там в описании написано, что надо заходить вот сюда, в плагинс, и сюда все... Ну, я и сюда их вставил, на всякий случай. Можете зайти сюда в плагинс, также их сюда вот так вот закинуть. С заменой. Ну, у вас не будет замены, тут ничего не будет. Выходим на главную. Потому что я не знаю, может быть из-за этого у меня все в итоге заработало. Говорю же, 50 раз это делал. Заходим вот сюда. Тут также есть папка plugins. Вот мы это все вот сюда копируем. И нажимаем заменить в папке назначения. Ну, у вас не будет, нечего тут будет заменять, она у вас будет пустая. Теперь все, мы их выкидываем. Эти шрифты я не устанавливал. То есть я не нажимал на них правой кнопкой установить. Просто выкинул сюда. Дальше вот эти. Их я на всякий случай тоже сюда скинул. Это оригинальный шрифт, его надо установить, чтобы он у вас был. А это уже шрифт перевода, который у вас будет его переводить на русский. Именно вот этот шрифт. Поэтому он у вас должен быть установлен на винде. Теперь мы заходим в саму игру. Вот она у меня, ярлык этой игры. Появится консольное окно в начале. Вот такое. Не пугайтесь, все нормально. У вас игра может сразу не запуститься. То есть вот так же, как у меня. Она не запустилась. Надо нажать на сам ярлычок внизу. У меня, кстати, первый раз вот черный экран, он так и не прогрузился. Возможно, так же сейчас и произойдет. Нет, сейчас прогрузился. Он меня автоматом выставил на русский язык, потому что я уже зашел в игру и все проверил. Я ее не стал переустанавливать. У вас будет вот так, когда вы зайдете. Будет English. Вот это все у вас тоже будет на английском. То есть вы заходите в настройки. Тут будет English. И вот здесь вот появится такая иконка. Если у вас ее нет, значит вы что-то сделали неправильно. Я же опять показал, как сделал я. Нажимаем Russian. Выход, у вас не поменяется язык сразу, вам надо перезайти в игру. Нажимаете выйти, принять, окей. И снова перезаходите, также консольное меню. Тут могут какие-то ошибки у вас выдаваться, красненьким, желтым писаться. В общем, это все нормально. Вот, игра не запускается автоматом, то есть надо нажимать именно вот туда. Ну, сейчас у меня вообще какая-то прогрузка ушла. Нажали на сам ярлык. И все, и можно играть. И отличный перевод. Я посмотрел, карты переведены. Все, в принципе, прикольно. Пользуйтесь. Ну и если видео вам было полезно, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы смотреть мое прохождение данной игры, а также прохождение других похожих игр, да и не похожих игр. С вами был Фибоначчи. И пока.